речь идет об интригах в демократической партии, ты говоришь, правильно? Да. И да, о том, да, чтобы устранить или отстранить Байдена от власти, и это интриги непосредственно в демократической партии, я правильно понимаю? Да, они это как бы они хотят все-таки, чтобы он мягким путем вышел, они пытаются устранить его сильных, ячейку Байдена в самой партии, такие как губернатор Комо, это губернатор Нью-Йорка, который начинал в начале, и это большие сейчас скандалы, огромные скандалы в Америке, кто следит за прессой, там про это чуть не каждый день вспоминается. Так же самое пытаются просто мягкий путь дать Байдену выйти, там по здоровью, по другим вопросам. Сейчас пишутся две книжки по семье Байден, по Хантеру Байдену, которые выйдут или в конце этого года, или в начале следующего года. То пишет сам Хантер Байден, ну, пишет на людей, которые пишут для него, и другая пишется журналистом The New Yorker, мистером Эдмонсом, который тоже будет публиковаться про семью Байдена, и я там попросил, чтобы я дал ряд комментариев для книжки, чтобы меня там тоже включить как одного из персонажей семьи Байдена. Ну, я не знаю, буду ли давать или нет, я еще про это думаю, но сам правда, что они пытаются им сделать хороший выход исторический такой, что и книжки выйдут, и семья, и все, ну, как бы, репутацию их типа не сильно добьют, ну, повредят, ну, чтобы они как бы отошли от дела. Это как бы то, что к этому ведется. А если он не захочет уйти, как бы, то будут более жесткие меры, или там применяться, я так понимаю, такой тоже расклад есть на столе.